Всем доброе утро. Итак, вас приветствует видеорегистратор. Мир нас приветствует. 7 часов 41 минута. Температура воздуха 13 градусов. Вот. Легкий ветерок ощущается. Ну а мы с вами едем на море. Посмотрим, что там творится. Итак, прибыли. Идем посмотрим на море. Тут в целом так все вроде бы как тихо и спокойно. Ветер так сильно не ощущается, но, возможно, это только затишье перед бурей. Огромного количества мешков с мусором нет. Может быть, их уже вывезли. А может, только осталось листва. На берегу по-прежнему в основном одни рыбаки и удочки. Все-таки такое впечатление, что вечерком здесь вот прирабатывает это вот увеселительное мероприятие. Горизонт, в принципе, чист. Рыбаки музыкой зазывают рыбу. Не знаю, помогает это или нет. У голубей опять пастбище. Кто-то делает зарядку на втором ярусе. А море, как всегда, радует. Ну, как всегда. Как всегда, последние несколько недель, наверное. Тихое, спокойнее. На зависть лету. А вот тут сейчас ветерок. Ветерок чувствуется спиной, очень даже неплохой. Рыбацкие баркасы уже вышли в море. Вчера по радио объявили, что у нас пришло время барабули. Так что, кто в Лазовске, может ее отведать свежую. Солнышко встает, судя по всему, замечательно. Ну все, дал вам возможность послушать море. А теперь убегаю. Весьма большая вероятность, что сегодня будет это единственный ролик. Будет возможность выскочить в эфир. Нет уж, извиняйте, пока. Звонит малость. Всем доброе утро.